Вот сегодня мы говорим, завел меня, садись. Едно себе было. Смотри. Сдаю. Скажите, что мы сегодня делаем? Сегодня 31 государственное учреждение имеет право организовывать по закону свои территориальные органы до района налогов. 31 или 34? 31. 24 из них, ну скажем, уже приняли решение. Что же получается? И опять Кернес, он же враг. Мы делаем медицинскую реформу. И берем, да, и берем Витебск, там, Донецк, там, тоже правильно, но мы акцентируем вроде бы как на перинатальных центрах. А мы должны говорить таким, вот смотри, что получается. Вот это вот человек, вот это округ медицинский, вот это округ образовательный, вот это округ, ну назовем его там, милицейский или налоговый. А тот, как говорил, куда бедному христианину подеться? Бегать вот это сюда, потом сюда, потом сюда. Задача должна стоять в решении вопроса субрегионализации. Вот он человек. А потом стандарты, о которых он говорил, что эти стандарты должны быть прописаны. В радиусе 5 километров человек может и обязан получить вот этот вот перечень всех услуг. На следующем уровне он должен получить такой-то перечень услуг. И все это должно быть стандартизировано. Это наша с вами задача.